Дорогие друзья, у нас сегодня огромная привилегия и для вас возможность познакомиться с удивительной парой. Молодые, современные, интересные пасторы целой сети церквей, международной сети церквей, которая привлекает множество молодежи, но и в целом людей самых разных возрастов. Эти церкви называются Международное христианское общение, так они и построены. И мы сейчас можем говорить с основателями этой сети церквей, которых зовут Лео и Сьюзен Бигер. Мы узнаем их историю, историю жизни, историю спасения, историю любви и истории того, как выбрать правильно свой путь. Я так рада видеть вас сегодня, и я рада тому, что наши зрители могут увидеть, какими удивительными путями Бог спасает людей. Спасибо вам за открытость. И наш первый вопрос, и ваша история. Как Бог встретил вас? Как Бог спас вас? Что вы приобрели в результате этой удивительной сверхъестественной встречи? Спасибо за вопрос. Я вырос в католической семье. Каждое воскресенье мы всей семьей ходили в церковь. С раннего детства я верил в Бога, а затем я ушел из католической церкви. Я всегда чувствовал близость с Богом, но в подростковом возрасте я утратил эту связь с Богом и с церковью. Один из моих близких друзей играл на барабанах и спросил меня, хочу ли я присоединиться к их рок-группе. Я согласился и стал играть у них на гитаре. Когда мне было 18, у нас был такой вечер, когда мы говорили о мире, о Боге, и он прямо сказал мне, «Ты пойдешь в ад». Я был шокирован его словами. Я сказал, что не пойду в ад, потому что я католик и верю в Бога. А он сказал, что я ничего не знаю об Иисусе, и не принимал его. Я очень разозлился, и тогда я впервые услышал о спасении и о том, что Иисус пришел на эту землю, чтобы простить мои грехи и ошибки, чтобы я мог иметь отношения с Богом. Я всегда верил в Бога, но даже регулярно посещая церковь, у меня было ощущение, что Бог где-то там, а я здесь, и между нами большая пропасть. Друг сказал мне, что грех — это пропасть между мной и Богом. Я ощущал эту пропасть. Я никогда не забуду, как он сказал мне, «Почему бы тебе не принять Иисуса и не отдать Ему свою жизнь? Тогда эта пропасть исчезнет навсегда». И вот 1 января я сказал «Да» Иисусу. Когда я произносил молитву покаяния, то чувствовал, что-то происходит с моим сердцем. В тот же вечер я ехал на велосипеде и услышал голос «Я буду использовать тебя как евангелиста». Я понятия не имел, что это вообще означает. На следующее утро в школе на уроке французского я снова услышал этот голос. «Собери на перемене всех своих друзей и расскажи им, что произошло с тобой вчера». Помню, как я сказал, «Вчера я принял Иисуса, принял Христа». Я всегда верил в Бога, но я ничего не знал о Христе. Я принял Его, и теперь моя жизнь будет другой. Это был мой первый крусейд. Мои друзья были в шоке. Я сказал, «Христос сейчас во мне, и я чувствую, что теперь моя жизнь изменится. Теперь я уже не чувствовал, что Бог где-то далеко. Он был во мне, и я чувствовал связь с Ним. Каждый день в школе или с друзьями я ощущал эту связь, и с тех пор я стал чувствовать мир внутри. В моей жизни появился смысл. Я хотел служить Богу до конца моих дней. Но я понятия не имел, что ожидает меня в будущем. Но каким-то образом я понял, что это будет связано с Богом и с поместной церковью. Христос во мне изменил мое понимание отношений с людьми и девушками. Я больше не думал, чем я хочу заниматься. Впервые в жизни я спросил у Бога, «А чего хочешь ты? Чего ты желаешь от меня? Что ты запланировал для моей жизни?» Во мне все изменилось.
Я так рад, что я принял Христа. И это случилось благодаря тому, что мой друг объяснил мне, что такое спасение. 18 лет я посещал католическую церковь, но никто и никогда не рассказывал мне, почему Иисус Христос пришел на нашу землю. Я не знал, почему мы празднуем Рождество, Пасху или такие праздники, как Пятидесятница, например. Вам было 16, 18 или 20 лет? 18 я принял Христа. Это прекрасный возраст. Это прекрасно. И сейчас вы проповедуете об Аде, Иисусе и спасении. Именно так. Полное Евангелие. Да, целиком и полностью. Давайте теперь послушаем историю Сьюзен. Сьюзен, поделитесь. Спасибо за вопрос. Я выросла в христианской семье. Каждый вечер наши родители читали с нами Библию. У меня еще старшая сестра и младший брат. Сегодня я понимаю, что мои родители прикладывали много усилий, чтобы читать с нами Библию. Меня это восхищает. Когда мне было 6, у меня появилась моя собственная Библия, и я была очень горда этим. Читать я еще не умела, но Библия была зеленой, в кожаном переплете, такая очень-очень красивая. Примерно в то же время мне объяснили, что мне нужен Иисус, и что я могу попросить Его спасти меня, и могу попросить Его, чтобы Он стал моим другом. Я хотела быть частью всего этого, поэтому я сказала: «Иисус, я хочу знать Тебя и хочу быть Твоим другом». Я была немного разочарована, потому что не замечала особой разницы в своей жизни после того, как в нее вошел Иисус. Жизнь была прежней, родители продолжали читать с нами Библию, и когда мне было 14, они сказали, что теперь я могу сделать это сама. Я почувствовала, что мне доверено нечто очень важное. Хотя, когда они читали, я ничего не понимала. Меня куда-то мои мысли уносили. Но тем не менее, я понимала, что это что-то очень важное. Поэтому я каждый день сама читала Библию. Затем я стала посещать молодежную группу. Мои родители каждое воскресенье ходили в церковь. Это была очень важная часть нашей жизни. На молодежных собраниях я познакомилась с людьми, чьи глаза горели, когда они говорили об Иисусе. Мне этого не хватало. Помню одного парня. Он был наркоманом, а потом принял Христа и стал совсем другим. Затем я подумала: может, мне все отпустить, чтобы у меня тоже была история до и после встречи с Иисусом. Я очень хотела, чтобы в моей жизни произошли перемены. А затем я подумала: наверное, это все-таки не совсем правильно. И я продолжила посещать собрания, мечтая увидеть такие же перемены в моей жизни. И шаг за шагом эти перемены начались. Оглядываясь назад, я понимаю, что перемены произошли, когда я доверила свою жизнь Иисусу как Господу, а не просто приняла Его как Спасителя. Чем больше сфер моей жизни Он взял под свой контроль, тем более близкими стали наши отношения. Раньше я была, представляете, очень застенчивой и неуверенной в себе. Я боялась выступать перед людьми. Сегодня я проповедую перед тысячами людей. И почему? Это потому, что Бог изменил меня. Бог изменил. Только поэтому я отдала Ему этот страх, и Он помог мне преодолеть его. Сегодня я в еще большем восторге от Иисуса, чем 20-30 лет назад. И именно мне так в Нем и нравится. Спасибо большое. Потрясающая история, потому что они такие разные, интересные, и это потрясающее приключение. Я думаю, что вам тоже будет интересно, что Бог дает интересную жизнь, увлекательную жизнь, жизнь, наполненную интересом, развитием, новыми встречами. И наш следующий вопрос
Мы хотим услышать историю любви, историю, как найти правильного супруга, как жить совместную жизнь с разными ситуациями, под давлением, как сохранить свежесть любви. И мы сейчас услышим это от основателей международной сети церквей христианское, международное христианское общение. Я люблю рассказывать историю нашей любви. До того, как стать христианином, я выбирал девушку по внешности. Но когда я принял спасение, то понял, что у Бога есть для меня подходящая девушка. Когда я принял Христа, то разорвал предыдущие отношения, потому что я ожидал от Бога женщину, которая больше всего подходит мне. Я никогда не забуду, как я ждал и молился. Однажды нашу молодежную группу пригласили к ним в гости. Она вошла, и в тот момент просто бум. Я сказал: «О Боже, а вот она, это та, которая мне нужна». Просто бум, и все. У нее много энергии, она темпераментна, любит Господа, а также она очень хорошо выглядит. Я помолился Богу. Я хотел жениться только на той девушке, которая хочет быть пастором. Мне нужна была не просто поддержка. Я хотел, чтобы мы с ней, с моей семьей, служили вместе для Царства Божьего. Я с самого начала влюбился в нее. Я даже написал ей письмо, одно письмо, долго решался отдать его ей. Тогда еще писали письма. В тот же день? Нет, через два дня. Тогда не было Фейсбука или Инстаграма. Я написал в письме, что позвоню ей через неделю и что хочу с ней встречаться. Я позвонил ей в субботу. Мое сердце бешено билось. Я пригласил ее на свидание. Затем мы три месяца встречались, и с самого начала было понятно, что если мы хотим начать отношения, то это должен быть брак. Я спросил ее, может ли она представить себя замужем за пастором, который путешествует по всему миру. И если бы она сказала «нет», то наши отношения прекратились бы, потому что для меня Царство Божие и призвание всегда были на первом месте. К счастью, она сказала «да». Она сказала так: «Для меня главное — быть вместе во всем». А вот это и есть моя история. Но мне пришлось ждать очень долго, почти 18 месяцев, с тех пор, как я разорвал прежние отношения и начал новое. Я ждал ответа только от Бога. Как видите, Бог соединяет совершенно разных людей, и в этом наша сила и крепость. Удивительно. Сьюзан, пожалуйста, теперь с вашей стороны. Сьюзан, расскажите вашу историю. Хорошо, всегда есть две стороны истории. У меня была лучшая подруга, моя двоюродная сестра. Когда мы были подростками, то часто говорили о том, как же мы узнаем того единственного, кто предназначен именно для нас. Мы хотели это понять, но ничего не происходило. До встречи с Лео у меня был другой парень, но я всегда очень серьезно относилась к отношениям. Я не хотела просто иметь парня, я хотела выйти замуж. Я думала, что он именно тот. Но со временем я выяснила, что он не планировал жениться в ближайшее время. Он был верующим, но новообращенным. Он во многом сомневался, и я поняла, что он не тот, кто мне нужен. Поэтому мы расстались. Затем он изменился. Я дала ему еще один шанс, но потом все было кончено. И вскоре после этого, недели через 2-3, наступил вечер, когда мы впервые встретились. Когда молодежь собиралась вместе, конечно же, вы рассматриваете друг друга. Но потом я вспомнила, что мой взгляд... Он остановился именно на Лео. Я все время это вспоминаю.
этот случай. На первой же встрече? Да, на первой встрече, когда мы были на молодежном собрании. Он привлек мое внимание, потому что был очень общительным. Вокруг него всегда что-то происходило. Он был очень веселым. Мне это очень понравилось, потому что я была застенчивой и неуверенной в себе. И меня привлек человек, у которого с этим не было проблем. Но я сказала себе, нет, мне нужно время, чтобы сосредоточиться на себе. Я не хочу заводить какие-то отношения, никаких парней. Нужно сосредоточиться на себе. А потом я получила его письмо и подумала, ну, мы можем попробовать познакомиться. Довольно забавно, но я сказала Богу, если он будет одет в джинсы, рубашку и куртку, то это будет многое значить для меня. И он, представляете, был одет именно так, как я и представляла. Это удивительная история. Это была какая-то необычная одежда? Да нет, в ней не было ничего необычного, но я хотела парня, которого мне не нужно было бы лепить и делать из него того, кого я хотела видеть. И я увидела, что он не только одет так, как мне нравится, но также он был сосредоточен на Иисусе и хотел отношений, которые заканчиваются браком. Вот это мне очень понравилось в нем. Я увидела, что он строит свою жизнь вокруг Иисуса. Для меня это было крайне важно. А еще я увидела, что он притворяется. Он был волонтером в церкви, как и я. Это были точки соприкосновения. Мы стали узнавать друг друга лучше, и мы поняли, что у нас одинаковые ценности. Мы были верными, служили Богу, одинаково относились к деньгам, имели похожее представление о семье. И я поняла, что он очень сильно отличается от того парня, с которым я раньше дружила и встречалась. Да, вы правы. А есть какой-то секрет, почему вы до сих пор вместе любите и понимаете друг друга? И на какой возраст вы себя ощущаете? Да, на какой возраст вы себя ощущаете? Сейчас? Мы подростки. Нет, я шучу. Мне кажется, что нам все еще по 30. Мы крепки. Я чувствую себя на свой возраст. В этом году мне исполняется 50 лет. И в своем теле я чувствую этот возраст. А еще я чувствую весь тот опыт, который накопился на жизненном пути. Я очень благодарна за него. Именно он сделал меня такой, какой я сегодня являюсь. Я рада этому, поэтому мне не грустно, что мне 50. А еще мы с самого начала были командой. У нас не было споров о Боге, о церкви или о том, сколько нам путешествовать, потому что мы приняли эти решения еще до брака. Я сказал, что буду много ездить, и тебе нужно меня поддерживать. Я также обещал быть хорошим мужем, но мы никогда не ругались из-за этого. Нам с самого начала было понятно, что для нас Бог и церковь на первом месте. Хотя мы шли на жертвы, мы любим служить. Это не то, чем мы заставляем себя заниматься. Изначально мы строили наши отношения вокруг Царства Божьего. И поэтому мы с самого начала были хорошей командой. А там, где хорошая команда, там есть плод для Царства Бога. Да, у нас был одинаковый фокус. Мы строили свою жизнь вокруг Иисуса и церкви, а не наоборот. Сейчас у вас двое красивых сыновей и много духовных детей по всему миру. Точно, повсюду. Поздравляю. Большое спасибо. В вашей жизни множество плодов. И я верю, что их будет еще больше. Интересно, но иногда верующим людям Бог показывает. Он показывает наше будущее с самого начала нашего пути. И удивительно то, что Бог, и в вашем случае тоже, когда ты ищешь Его всем сердцем, всей душой, Он не только спасает твою жизнь, но
очень часто сразу практически показывает большое призвание, большую цель в жизни, большую, чем ты сам можешь себе представить, чем ты сам можешь помыслить, чем ты сам можешь сделать. И это вызывает и восторг, и трепет, и это большой вызов в жизни, который мы можем совершить только с Ним. И вот сейчас мы услышим вашу историю, что для вас призвание и, я бы сказала, даже приключение в вашей жизни. Как Лео уже сказал, через две недели после начала нашей дружбы он сказал мне: «Я буду путешествующим евангелистом, а какие у тебя планы на будущее?» Я почувствовала себя очень маленькой по сравнению с его мечтами и видением. Я еще не знала, что на моей жизни есть призвание. Тогда я не знала, что могу быть полезной для Иисуса. Конечно же, я знала, что могу работать, зарабатывать деньги и жертвовать их в церковь, как делали мои родители. И еще я знала, что могу быть волонтером в церкви. Но я никогда не осознавала, что на моей жизни есть какое-то особенное призвание. Для меня Лео видел целую яблоню со всеми яблоками на ней, а я со своей стороны даже не знала, что у меня есть семена. Но я вижу, что моя готовность говорить «да» Иисусу помогла мне осознать, что у Бога есть призвание и для меня. Он вел меня шаг за шагом, и я будто бы дорастала до Его призвания. Сейчас я уже вижу, что Бог призвал меня быть рядом с Лео. У меня свое призвание, и я вижу его четко и ясно. Но 30 лет назад я и понятия об этом совершенно никакого не имела. То есть он видел всю яблоню с яблоками на ней, а я не верила, что у меня есть хотя бы семечки. Но моей готовности следовать за Богом и выходить из своей зоны комфорта оказалось достаточно. Вы считаете, что так дело обстоит с большинством женщин? Им нужно просто доверять цели их мужа и действовать вместе как семья, и тогда они увидят свое предназначение. Или же это было только в вашем случае? Да, я думаю, что это может ободрить и принести облегчение многим женщинам. В наши дни многие считают, что нужно иметь свое собственное призвание, фокусироваться на своем видении. А если вы подчиняетесь видению мужа, то это будет потерей. Так думают многие, но я заметила, что когда я подчинялась, конечно же, он давал мне возможность и место для развития моих талантов и моих даров от Бога. Да, он давал мне такую возможность, но Бог всегда открывал перед нами новые двери. Он открывал их тогда, когда мы подчинялись друг другу. Удивительно. И вы четко понимали, вы рассказали, что узнали свое призвание в тот же день, когда вы приняли Иисуса Христа. Совершенно верно. Я услышал слова «Ты будешь евангелистом» и почувствовал в своем сердце, что буду ездить по Европе. Но я никогда не думал о том, чтобы оставить церковь, открыть свою собственную церковь, писать книги или ездить по всему миру. Я никогда не думал, что когда-то буду на телевидении. Я служил в нашей церкви, занялся молодежным служением, и оно начало быстро расти. Я привел много людей ко Христу и понял, что это мой дар. Я могу завоевывать людей для Христа. А однажды пастор подошел ко мне и сказал: «Думаю, тебе стоит проповедовать в нашей церкви». После моей первой проповеди многие люди приняли Иисуса, и я понял, что на моей жизни помазание евангелиста. Но я не знал, что с этим делать. Затем мы познакомились с одной парой на большом миссионерском крусейде. Они сказали: «Мы открываем новую церковь в Цюрихе, и мы ищем такие молодые пары, как вы. Вы не хотели бы переехать в Цюрих и помочь нам в открытии церкви?
Мы согласились сразу. А где вы жили тогда? Мы оба жили дома до брака, а потом мы поженились и сразу же переехали жить в Цюрих. Мы жили в небольшом поселке. А когда мы поженились, то переехали в Цюрих и помогали тому человеку с новой церковью. А через 5 лет он передал мне церковь. Я сказал Богу, я не знаю, как управлять церковью. Я не пастор, я евангелист. А Бог ответил, нет, это твое призвание, занимайся им. Я помню, как плакал и говорил, Господь, я не хочу заниматься церковью. Я не хочу быть пастором. Я хочу ездить по всему миру и приводить людей ко Христу. И Бог ответил, ты мыслишь неправильно. Занимаясь церковью, ты оснащаешь святых, они проповедуют друзьям, и затем те спасаются в церкви. За 3 года наша церковь выросла от 300 человек до 1000. Мы были самой быстро растущей церковью в Швейцарии. Вскоре один из моих близких друзей сказал, «Я тоже хочу начать церковь в другом городе». И Бог подтвердил нам это четко и ясно. Мы отправили его, и он открыл первую церковь. Затем другой друг открыл еще одну церковь, и внезапно мы открыли 10 церквей по всей Европе. Я понял, что Бог призывает нас быть движением по насаждению церквей, потому что каждая церковь, как евангелист, приводит людей ко Христу. Бог посылает людей, и они разъезжаются под моим покровительством и лидерством, и приводит людей ко Христу. Затем появились книги, телевидение и все остальное. Как я и видел, я езжу по миру и проповедую Евангелие. Но кроме этого, Бог сделал значительно больше, чем я мог себе представить. Но я всегда молюсь так. Вот я, Господь, используй меня для своей славы, для своего царства. Открывай двери так широко, чтобы их было невозможно не заметить, и закрой те двери, что не для меня. Я буду всегда служить Тебе, мой Бог. Об этом я молюсь даже сейчас, находясь на этой передаче. Я говорил Господу, «Господь, мы едем в Тель-Авив. Используй меня для Твоего царства». Затем Вы пригласили нас на интервью, и это лучшее объяснение нашего отношения ко всему этому. Мы служим Богу, и Он продвигает нас, открывает для нас двери и делает больше, чем я мог себе представить. Я никогда не думал, что буду когда-то проповедовать в Америке или в Австралии. Бог всегда больше. Какой бы большой ни была толпа, самое главное — это Божие призвание. Один человек или 1000 человек, вы служите Царству Божьему. И именно на этом мы всегда делаем акцент. Бог всегда больше того, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. Спасибо большое. Спасибо. Потому что сейчас вы действительно в центре Тель-Авива, но вы на русскоязычном телевидении, и вас видят тысячи, сотни тысяч людей. Мы молимся вместе с вами, мы хотим, чтобы Царство Божье расширялось, и чтобы самое лучшее послание, самое лучшее, драгоценное, свежее, современное, что есть у Бога, вечное Евангелие в современном оформлении, в современном понимании, как применять его, как жить с этим словом, как Бог говорит сейчас, чтобы переживали люди разных возрастов, разных социальных групп, из разных городов, из поселков, и даже разных наций, но те, кто понимают один язык. Спасибо вам большое, спасибо за это общение, спасибо за ваше посвящение служить Богу, знать Его, молодые, живые, радостные, которые рады делиться с другими людьми самым лучшим, что в них есть. Это была программа «Три сложных вопроса» с Лео и Сьюзан Бигер. Я рада буду, если вы оставите ваши комментарии, если вы напишите нам, если вы напишите им вопросы, которые у вас есть к вашей жизни. Будьте благословенны!